219 новобранцев отдельного президентского полка имени гетьмана Богдана Хмельницкого присягнули на верность Украине. Церемонию видела моя коллега Оксана Апрышко. Начало присяги ожидают родственники новобранцев, строят планы. Сейчас примет присягу, вот служит в армии, придет на работу, на завод Ильича, да. Мы с Мариуполя, женится, дети, внуки, все будет в порядке. На церемонию прибыл президент, сообщает о присвоении своему полку имени легендарного гетьмана Запорожского войска. Я принял решение про присвоение. Я принял решение о присвоении имени выдающегося украинского полководца Богдана Хмельницкого вам. В следующем году исполняется 370 лет с начала освободительной войны украинского народа под его руководством. И сегодня Украина борется за независимость, отбивая российскую агрессию. Свыше 240 военнослужащих полка – участники боевых действий на Донбассе. Я убежден, имена победоносных украинских военачальников в названии воинских частей и на их боевых знаменах будут вдохновлять современных воинов на новые победы над российским агрессором. Президент вручает командиру полка боевое знамя, символ доблести и чести. Новобранцы дают клятву. И слава Украине! После окончания официальной церемонии родственники спешат поздравить новоиспеченных бойцов. Вот это мой сыночек Женя. Кормят хорошо, одевают Отлично. Хорошо. Вот смотрите, какие выбритые, молодцы, такие все подтянутые. Вот это класс. Вот это настоящие солдаты, настоящие защитники Украины. Мне краще. Ощущения непередаваемые. Впервые увидел президента. Думаю, полк заслужил называться почетным именем. Престижно. Это престижно и ответственно. Мы будем стараться соответствовать присвоенному наименованию. Возможно, останусь служить в армии дальше. Оксана Опрышко, Тимофей Сорокин, UATV.